Марафон добрачынных акций и теплых встреч протягивается. У Гомельским Лядовым палаце прошло святочное мероприемство с вручением подарунка у выхованцам дитяшо-юнацкой спортивной школы. Установу наведывают амаль 400 человек. Почалося свято с творчего номера. Команда синхронного катания с дюшар номер 1 выконала танец на леде. После на арену вышли головные виновники урочистостей. Спортивных поспехов и блескучих перемог им пожадали керовники Лядового палаца и дюшар номер 1. Представники Гомельского гарвыканкама и спонсоры хоккейного клуба «Гомель». Юным хоккеистам уручили корыстные подарунки – клюшки, шайбы, коньки, комплекты формы. Не обошлось и без солодких сувениров. Подарунок отримала и школа – сертификат на 136 тысяч белорусских рублей. Гэтые сродки накируют на модернизацию инвентар и организацию спаборництва. Очень радует, когда клуб может себе позволить сделать такой подарок своим воспитанникам. Такие подарки мотивируют побеждать. Нам подарили клюшки, безусловно, они в хорошем состоянии. Я забью много шайб благодаря этим клюшкам, так же, как мои товарищи. Клюшка – это как неотъемлемый элемент хоккея, то есть она ломается буквально раз в две недели, смотря у кого. Вот если человек постоянно играет, то клюшка как бы она не постоянна вообще ни разу. То, что на сегодняшний день делается для развития хоккея в Гомеле, вся эта работа шла по направлению только вперед. Мы будем уделять внимание и оснащать отделение, тем самым покроем максимально потребность по инвентарю и обеспеченности отделения хоккея шайбой.